Здравствуйте, дорогие друзья. Нашел вот такого паучка. Сейчас мы его рассмотрим под микроскопом. Так, это у нас 128 карат приближения. Мы видим вдоль всего туловища и даже на ножках везде есть иголочки. Поэтому опасен не только укус паука, но даже его в руки. Если взять, то это, скорее всего, вызовет чесотку. Такие у него ножки, все волосатые. Игольчатые. Это маленький паучок, но один раз я взял большого паука в руку, и у меня достаточно сильно чесалась рука. И вот причина. Эти иголки впитываются в кожу. Такой защищенный хищник. Машина для убийств. Ноги гидравлические у пауков, способные бегать, прыгать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.